Это поездка в город за продуктами. А Жеку мы взяли с собой, потому что мама ее без присмотра дома одну не оставляет. Она у нас забывается. Может куда-нибудь уйти или включить чайник и забыть про него. Но эта старость от нее никуда не деться. В деревне есть магазин, но в городе закупаться намного дешевле. А мы приехали за крупными покупками. И закупаться мы будем на оптовой базе. Я бы сам смог все купить, но я могу взять что-нибудь не то. Поэтому я взял с собой маму, чтобы она сама повыбирала, что ей нужно. Потому что, когда я спрашиваю, что купить домой, мама говорит, ничего не надо, у нас все есть, не траться. Нашему ковру уже лет 20, поэтому его нужно уже срочно поменять. Мы долго выбирали, Ажека была с нами. Я спрашиваю Ажеки, Аже, ты устала? Она говорит, нет, все нормально. Вот с нами немножко развеялась. Выбрали ковер и поехали домой. На улице была метель, мы потихоньку доехали. Я занес все продукты, и мы начали с мамой их разбирать. Мама меня благодарила, говорила, спасибо, сынок. Но мне как-то не очень приятно слышать такие слова, потому что это обязанность заботиться о своих родителях и помогать им. Вот такой красивый ковер теперь будет у мамы с Ажекой. Но мама говорит, что будет его стелить только тогда, когда внуки будут приезжать.